В настоящее время социальный контракт заключается по четырем направлениям. Это оказание помощи в поиске работы, это оказание финансовой поддержки для граждан трудной жизненной ситуации, поддержка личного подсобного хозяйства развития и поддержка предпринимателей. В Татарском районе оформлением соцконтрактов занимаются Центр социальной поддержки населения и Центр занятости. В прошлом году 267 граждан получили материальную помощь на общую сумму более 23 миллионов рублей. В этом году также не планируется сбавлять обороты. В настоящее время уже 83 человека получили финансовую поддержку. Центр занятости населения Татарска работает с заключением соцконтрактов с 2021 года. В прошлом году мы работали по двум направлениям. Это поиск работы и содействие в трудоустройстве. И второе направление – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. По первому направлению граждане, заключившие социальный контракт на поиск работы, замотивированные на поиск работы, получали социальную помощь в размере 13 054. Эта сумма выплачивалась при заключении социального контракта. И в последующем при трудоустройстве, при заключении трудового договора эта же сумма выплачивалась в течение 3 месяцев. В рамках соцконтракта граждане также могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Обучение осуществляется бесплатно за счет государства. На учебный курс выделяется сумма до 30 тысяч рублей. По направлению, которое касается осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, граждане могут получить до 250 тысяч рублей. По вопросам предоставления соцконтрактов можно обратиться в Центр социальной поддержки населения и Центр занятости города Татарска.